Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас вам срочное послание от него, от вашего мужчины. Даже если он выглядит немножечко по-другому, не так, как король кубков. Ой, король жезлов. Итак, смотрим срочное послание. Срочное послание, девочки, от него. Готовит он вам какие-то деньги или хочет похвастаться тем, что он сейчас много зарабатывает, что у него какая-то новая должность. Вот. Ну, тоже что-то связанное с деньгами. Если вдруг мужчина, которого вы загадали, вам должен, да, то, скорее всего, вернет долг. Вот. Ну, самое главное, что вот он, срочное послание гласит, что у него есть чувства к вам, да, он хотел бы рассказать о своих чувствах, он хочет встречи, он хочет чем-то похвастаться и, скорее всего, преподнести вам какой-то подарок-сюрприз или вернуть долг. Активные действия я вижу с его стороны в ближайшем будущем, вот. Так что встреча точно будет, даже если вы этого не хотите, даже если вы в паре или в браке. Вот, в любом случае он будет добиваться именно встречи. Хочет ли он восстановления отношений? Ну, или, а может быть, просто мужчина пропал, да, не звонит, не пишет. Ну, да, конечно, он хочет не просто восстановление, ну, у кого-то восстановление отношений, у кого-то укрепление отношений, какой-то переход на новый, более серьезный этап.